было сразу. Я больше не запомнил точки. Ну, точки давайте мы еще будем проходить или прямо сейчас показать? Давайте покажем. Ну, прям сейчас. Другая тема немножко. Ну, показать просто, а потом с повторением мать учения. Так, ну давайте фломастер туда возьму. Значит, как мы работаем с точками? Они осмысленно, есть три разных варианта точек, да? Первый – это просто вот акупунктурные точки. Здесь, уголок лопатки, по лопатке вот так вот идут, где вот мышцы заканчиваются. Вот ромбовидная мышца вот сюда крепится и трапециевидная сюда крепится. Вот тут, вот, да, вот до сюда идут вот такой ряд точек вдоль лопатки. Потом под лопаткой точка, вот в ту сторону. Вот малая круглая мышца, видите, вот большая круглая мышца. Под малой круглой мышцей, между ними. И вот где большая круглая мышца с задним пучком дельты формирует ямочку такую. Вот здесь точка, да. Мы на них, ну там они еще есть на лице, на голове, они, их много. Там вот в китайской терминологии их там вообще 4 ряда или 3 ряда идет. 4. Вот так вот. 4, да? По меридианам идут. Да, первый, второй, да, по меридианам. Ну, как правило, считается, да, слева и справа по 4 меридиана. Первый сам позвоночник, а второй сантиметр, полтора от позвоночника и пошло. Да. Ну, мы китайские не занимаемся медициной, да? Там их для иглоукалывания используют, для всего остального. Мы их просто стимулируем. Шиатсу ввинтились и вывинтились. Винтились и вывинтились. Также их там прижигают иногда, ставят эти мопсы, называются такие. Вот. Болевые точки. Это, соответственно, вот это одна из болевых точек, середина. Трапеция. Середина трапеции, это туда, куда ты мне жало, да? Угу. Потом под трапецией, вот там, где шея соединяется. Угу. Точка, там я себе покажу, вот. Трапеция, да? Вот она. Да, и вот шея, и вот прямо в этом, в ямочке, вот да. Здесь. Ямочки вертикально вниз, вертикально в тело получается. Массаж, когда делаешь. Да. Вот туда точка. Но это не триггер, это болевая точка. Это болевая точка, да. Это вот второй тип точек, болевые. Ну, по идее, вот эти точки тоже болевые. Вот, в них мы жмем, ну, они болевые в единоборствах называются, да, для нас это стимуляция нервных окончаний, нервной системы. Потому что тут идет вот нерв, да, в руку пошел локтевой нерв, тут идет где-то плавающий нерв. В них мы даем как? Мы на вдохе вдыхаем, вдох, вместе надавили на точку, держим примерно секунд 10-15 и отпускаем. Отпускаем достаточно резко, так быстро. Смысл в том, чтобы, как эффект шланга, да, поток крови накопился здесь, да, мы отпустили, он, фух, он протащил дальше и пробил вот эту вот пробку кровеносную. Теперь следующая точка, это триггерные точки, да? Триггерные точки, они, как правило, в узелках находятся. Вот ты мне когда делала плечо, да, у меня болит вроде бы здесь. Но примерно через каждые там 15 сантиметров вот находится следующая точка. Потом вот здесь будет точка, потом вот здесь будет точка на затылке, да? То есть причина может идти от затылка сюда. А может не от затылка, тогда в обратную сторону, тогда ищем точку вот здесь вот. Потом вот здесь вот примерно 15 сантиметров, да, потом где-нибудь вот здесь будет точка, вот у меня как раз на запястье шла, да, и, возможно, где-то на пальце, либо там вот, ну, в ногу, да. То есть вот. Интуитивно я правильно шла? Интуитивно, да, правильно, да. Вот мы их так можем ощупывать, это когда уже индивидуальная работа идет с человеком, да. То есть он жалуется, например, вот икра болит здесь вот, да, вот видите, дергается. А причина может быть, тут примерно 20 сантиметров или 15 откладываем, причина может быть вот здесь, вот видишь. А отсюда откладываем вот сюда, может быть, вот тут причина, на самом деле. Отсюда откладываем сюда, вот может быть, здесь причина. То есть вот смотрим все эти причины, которые влияют на реальную боль. Точки болевые, если сильно давить. Примерно да. 15 сантиметров выше. Примерно, ниже. Да. 15-20 сантиметров где-то вот так вот. Ну, соответственно, если в спину идти, да, то отсюда примерно вот сюда будет точка. Потом где-то вот тут точка. Потом вот сюда точка, скорее всего. Потом вот сюда точка пошла, да? Примерно, да? Ну, я как раз попадаю на эти болевые точки. Да, я попадаю на эти болевые точки, да. А цепочка у нас идет по диагонали. Отсюда сюда, отсюда сюда.
И там, как правило, находятся еще узловые моменты, как я говорил, да, тут ромбовидно и дельтовидно, да, пересекаются. Не дельтовидно, ой, этот трапециевидно, да. Да, ну там еще под ними другие мышцы есть, да, вот они основные как бы пересекаются. Смотрим триггерную точку, она может быть воспалена, опять смотрим отсюда, вот отсюда идет, да, вот может быть отсюда. Как минимум две точки у нас активные, да, мы в них тогда воздействуем другим способом. Мы в них давим, вот как ты мне давила уже, это вот такой способ. Находим их, они болезненные, давим у них со всей силы. На вдохе или без? Тут, нет, тут уже все равно, тут мы уже здесь предлагаем человеку дышать. Он дышит и продышивает эти точки, дышит ими. С каждым выдохом боль уменьшается. Вот так. Да, с каждым выдохом боль уменьшается. Если у вас не хватает, например, силы пальцев, да, то вот вы можете прицелиться и надавить сюда острием локтя. Да, вот так, раз. Вот, дыши пока, сейчас легче. Мы не ослабляем на нажатие, да, но он дышит и потихонечку ослабляет. Как правило, минуты хватает примерно. Максимум, это даже много, да? Минуты. Ну, максимум. Не знаю, у меня иногда там одна, ну да, примерно одна минута. Вот, и если человек совсем зажат, да, мы проговариваем формулу вдох-выдох. Во-первых, входим с ним в резонанс, дышим с ним вместе. Тоже хороший пример. Помогаем ему и подсказываем. А теперь представь, что ты как будто бы через эту точку вдыхаешь и выдыхаешь. Как будто бы там у тебя ноздри, ты оттуда насыщаешься воздухом, выдох. Вдох, выдох. Мы понимаем эту боль, мы ее принимаем для себя. Для чего-то она нам была дана, для чего-то нужна была. Но теперь мы от нее освобождаемся. Мы посылаем туда любовь и отпускаем ее с миром. Ну как, прошло? Как, легче, да, стало? Реально? Все, и отпускаем. И все, и пошла кровь. Да, и как правило, да, и кровь пошла, и как правило отпускают это зажатое место. Угу. Точно так же, ну вот, можно, например, вот плечо ты у меня смотрела, да, вот какая-то струнка натянута, вот она тут крепится, да, в месте крепления. Посередине просто. Ну, смотрите как, для, ну, болит где-то здесь, да, для мозга, например, нету смысла, нету разницы, откуда получать сигнал, от начала мышцы, от ее конца или от середины. Соответственно, у нас имеется три точки, да? Мы можем продавить начало сухожилия, саму мышцу и место крепления, окончание сухожилия. И также вот мы дышим, да, и продавливаем с дыханием, вдох-выдох и отпускаем. Точно так же вот тут, например, точка, да? Надавили на нее и дышим. Там туда. И дышим, дыши, вдох-выдох. Сейчас пройдет. Сейчас пройдет. Сейчас отпустит. Если не проходит. Эх, у меня нога немела. Тогда отпускаем. Человек не готов, да. Мы не размяли его, ничего готовили, не будем давить на нее сейчас. Вот. Иной раз, знаете, как чувствуется так прикольно, когда вот вы давите на точку, да, а там под ней как будто бы сопротивляется червячок, такой мышца, так прям дергается, дергается. И потом так ать! И ушла, и фух. И расслабилась, да. Как будто вы, знаете, чертика поймали за хвост, он такой пытается вырваться, вот так раз, и отпускает. Ну, вот такая интересная работа с точкой мы будем проделывать на наших тренингах у Олега Алафа-Гудвина. Я надеюсь, вы к нам придете на тренинг, запишитесь, я вас всему научу, поставим вам руки, отработаем все на практике, на живой натуре, и отпускаю вас в воскресенье, готовыми к понедельнику, дипломированными специалистами, сразу в путь, в работу, в бой, в дело. Все только практика и только в дело.